От создателей фильма «Катастрофы» 2012 гривен за отопление. При содействии бездействий коммунальных служб. Warner Brothers представляет. Когда наступают холода, все украинцы замирают в ожидании чуда. И надеются, что наступит он. Отопительный сезон. Господин мэр, если не дать отопление сейчас, потом уже будет поздно. Нам греться кобзарем Шевченко? Нет, тут есть декларации чиновников. Дорогие наши украинцы, мы готовы к отопительному сезону. И начнется он уже послезавтра. Или послепослезавтра. Ежегодный фильм «Катастрофа» «Послепослезавтра». С 15 октября и дай бог до весны. Отопление во всех домах страны. Первая коммунальная драма. Я смотрел этот фильм и плакал. Пенсионер Дмитрий Луговцов. Я смотрел этот фильм и смеялся. Министр соцполитики Украины. Фильм, основанный на реальных событиях. Он до последнего ждал, что цены на коммунальные услуги снизятся. Послушай, прежние цены уже не вернутся. Тарифико. Мы до сих пор ждем, что старые тарифы вернутся. От создателей фильмов ужасов «Джек Потрошитель» и кошмарный прорыв трубы на улице Вязов. Осталось 7 дней для оплаты коммунальных услуг. Иначе... Вам отключат канализацию. Вам отключат горячую воду. Вам отключат лифт. И опишут имущество. Иначе вам будет пеня. Звонок из ЖЭКа. Убедительная просьба оплачивать коммунальные услуги до 20 числа каждого месяца в любом отделении любого банка. А то позвоним. Киев Энерго Пикчерс представляет. История о том, как обычный учитель стал великим математиком. Он сделал то, что не удавалось никому. Он посчитал все коммунальные платежи. Получилось. Все сходится. Вы правильно посчитали платежку? Да, правильно. Платежки. Игры разума. Посчитайте мою платежку. И мою. И мою. И мою. Вспоминайте, чему вас учили в школе. Мимо Макс. При содействии веерного отключения представляет. Когда долги населения за коммуналку стали огромными, ЖЭКи решили нанять коллектора. Они жестокие. Где бабки за коммуналку? У нас нет, пожалуйста. Дайте нам субсидию, умоляю вас. Можешь оформить за потерю кормильца. Они не остановятся ни перед чем, чтобы выбить долги. Что с ней случилось? Рассказывай, давай. Она увидела платежку и вырубилась. Черт. Она уже не жалеет, ее не спасти. Хрен там. Прежде чем уйти на тот свет, она должна заплатить за это.
смыл? Джон Траволта, Сэмюэль Л. Джексон, Ума Турман, Кристофер Уокен и Брюс Уиллис уже заплатили по счетам. А ты? Коммунальное чтиво. Скоро они поставят вас на счетчик.